Всем привет! Нам потребуется 2 яйца, маринованный огурчик, сыр, зубчик чеснока, укроп. Солим, перчим по вкусу. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Из мясной нарезки формируем кольцо. И выкладываем на крекер. Получается у нас мясная тарталетка. Заполняем ее приготовленной начинкой. Это может быть любой салат. Сверху украшаем любой зеленушкой, а также маслинами или оливками. По желанию посыпаем тыквенными семечками, любыми ягодками, и наша закуска готова. Кому понравилась идея с мясными тарталетками, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи, пока-пока! Всем привет! Лимоном сбрызгиваем кусочки яблока, все перемешиваем. Нам потребуется яйцо, сыр, яблоко, филе сельди. Добавляем майонез и все перемешиваем. Отварную свеклу нарезаем на полукружочки. Выкладываем на тарелку в форме цветочка. Распределяем приготовленную начинку. Сверху закрываем второй половинкой свеклы. Посыпаем красными ягодками или зернами граната, тыквенными семечками и белым черным кунжутом. Получается вот такая яркая, красочная, очень вкусная, аппетитная закуска для праздничного стола. Рекомендую вам приготовить. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи, пока-пока!